Маріуполь сам нравится? Безусловно. Ну, самое главное. Це про оновлений пірс у Маріуполі. Його відремонтували за 43 мільйони гривень, чи не половину з яких виділила група «Метінвест». Вона ж візьме участь у будівництві першої в Україні морської бази вітрильного спорту. Ми теж будемо сюди інвестувати і душу, і серце, і средства для того, щоб жителям міста було дуже добре. Дякую вам ще раз. Дякую. На самом деле ми за любим вопросом завжди обращаємося в компанію. Наша дверь открыта, самое главное, наша душа и сердце открыто, и мы готовы вместе с вами строить прекрасный, красивый и лучший город. А це вже мультицентр. Найбільший в Україні центр з надання адмінпослуг. Їх перелік вражає – 565. І комуналку оплатити, і шлюб узяти. У 2020 году город Мариуполь стал номер один в Украине как самый прозрачный, самый эффективный. Там, где открытость и прозрачность, там, значит, нет коррупции. Правильно. То есть в итоге всегда говорят, как победить коррупцию. Это значит открытая прозрачная комната. В ней все видно, все решения видны, и они эффективны и полезны для общества. До зведення мультицентру теж долучилася група «Метінвест». До слова, підприємства групи, що працюють у Маріуполі, сплатили за 2021 рік понад 11 мільярдів гривень до бюджетів різних рівнів. До місцевого ж за рік надійшло більше мільярда гривень, а це майже 35% усього бюджету Маріуполя. Людей нужно уважать за то, что они не боятся ставить перед собой самые амбициозные цели. А вы ставите перед собой самые амбициозные цели. Я убежден, что у вас все получится. Пусть ветер всегда вам дует в спину. И со своей стороны мы, как ответственные люди, которые все-таки инвестируют много в Мариуполь, мы будем все делать для того, чтобы ваши мечты быстрее сбылись. Спасибо. Чтобы Мариуполь процветал, и чтобы люди гордились своим городом, любили свой город, и чтобы люди здесь имели работу достойную, и зарплату достойную, а самое главное – счастливо выжить. 32 високотехнологічних класи та сучасний спортивний комплекс. Це 26-та школа, одна з пілотних у Маріуполі. Ви попадете в цю ситуацію? В кольцо? Да. Нас мэр всегда тренирует. После баскетболу зіграли у футбол. У меня есть мечта, мечта, там, чтобы на Донбасс-арене звучал гимн Лиги чемпионов, чтобы там выступали лучшие команды мира, чтобы там был, как и раньше, Манчестер, Барселона. Я думаю, за этим все скучают наши болельщики. Я уже сказал, что это, я хочу, чтобы Донецк, Донбасс был очень счастливым. А счастливым он может быть только в единой Украине. Поэтому дай Бог, чтобы все-таки Донбасс побыстрее, Донецк возвращался в единую Украину. Когда вчера проезжал и увидел из Запорожья, ехал и посмотрел там Донецк 100 километров. У меня чуть не остановилось сердце. Я впервые за 8 лет так рядом с Донецком. Зі школи до вишу – майбутнього. Там, де ще півроку тому був пустир, сьогодні зводять корпус університету «Метінвест Політехніка». Його вартість – 30 мільйонів доларів. Будівництво планують завершити вже цьогоріч.